Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Хроли Плей, первый сервер. Сегодня, как вы поняли, я играю со своего твинка, Кирилл Питбулов, 3L. Итак, друзья, обещанный тест-драйв BMW 850i. Блин, как я просто эта тачка кайфую, блин, сорян, чуваки, я на ней не ездил. Как вы заметили по пробегу, я на ней не ездил. С момента покупки, вот когда мы купили ее, я на ней не ездил. Ну как это кайф, как это ночь, и вы можете так фары открыть. Это кайф просто. Это просто муа. Просто муа, персик. Почему мы оказались именно в таком месте, да? Почему именно в этом месте? Я хочу ее испытать на треке. Потому что эту машину, она довольно очень редкая и интересная. Ну, раньше она не такая редкая была. И, чуваки, пишите, оставлять ее или нет, потому что у меня есть еще одна идея, какую тачку можно интересную купить. Пишите, если она вам полюбилась и вы хотите, чтобы она осталась с нами, то поставьте лайки и пишите в комментариях, оставлять ее или нет. Давайте посмотрим все-таки, я вам расскажу про ее. Откроем багажник и капот. Давайте сейчас багажничек и капотик откроем. Так, открываем. И вот так вот. Ага. Кстати, какой мотор здесь стоит, я не знаю, не помню. Вроде бы V8, чуваки, ну. Рядная шестерка, может быть. Ну, походу, хотя... Хрен его знает, честно говоря. Но это V, это... Подожди, хотя это может быть не V8. В принципе, я не знаю. Здесь, видите, какой вентилятор громезный? Смотрите, где он располагается. Прям вот, видите, морда его. И вот вентилятор стоит. Короче, такие ноздрички у него, блин, вот эти фары нижние, такие прикольные. Вот видите, как капот открывается, видите, вместе такие дырочки от фары остаются. Машина очень крутая, чуваки, очень. Кто хочет ее купить, просто сразу покупайте. Машина просто классная, все проработано под капотом идеально. Просто эти диски, чуваки, кто поменяет диски, все, я с вами не разговариваю, отвечаю. Если кто поменяет диски, вообще... Тот вообще не мужик, отвечаю. Но эти диски просто идеально подходят под эту машину. Давайте откроем Карпас, наверное. Ну, я ее показывал уже, но все равно, кто не видел. BMW 850. Номера АУФ 577. Стоимость 2 миллиона. Госцена ее 2 миллиона, чуваки. Их на сервере нету, вы БУ вообще нигде не найдете. БУшную эту тачку вы нигде не найдете. Потому что, мне кажется, одна на сервере, я сколько... Сегодня целый день ездил, специально катался по всем городам. Ни одной объявы нету, ни одной машины не видел. Никакого намека про эту машину вообще нигде. Цвет 155, чуваки, ну не плагиайте, пожалуйста, ее. Кто купит, не плагиайте, пожалуйста. Короче, давайте посмотрим багажник. В багажнике располагается такая коробочка, я не знаю, либо это аудиосистема, либо там инструменты лежат, но багажник очень прикольный. И жопа классная тоже на машине прям. Очень прикольная жопа у машины. Багажничек вообще крутой, да? Давайте посмотрим салон. Я пока не буду закрывать и капот, и багажник. Давайте посмотрим салон. Салон. Есть задний ряд, но, по-моему, туда можно сесть. Но не очень комфортно будет. Хотя сесть можно, но это дети разве что. Машина очень старая. Не помню, она, наверное, 90... Не, 80 даже какого-то года она, по-моему, даже. 80 какого-то года, по-моему, вообще она. Это очень крутая машина, чуваки, очень крутая. Вот такой руль у нее, в принципе, да. Есть регулировка окон, по-моему, и регулировка сидений тоже есть, чуваки. Такие ковшистые, ну, такие удобные ковши, конечно. И видите, там есть телефон, чуваки, видите, на бардачке есть телефон. Эта машина просто лакшери. У нас, кстати, такую нашли в соседнем городе, нашли такую машину заброшенную на парковке, отвечаю, вот просто нашли именно эту машину. Ну, именно эту модель. Я просто так завидовал, блин. Так хотел бы себе такую тачку, отвечаю, хотел бы себе такую машину. Ремни безопасности, очень, машина очень качественная, модель очень качественная. Я не знаю, салон можно красить или нет, потому что я не красил. Но мне кажется, можно красить. Но я бы не красил. Видите, даже на коврике написано 850. Видите, 850i написано на коврике. Вот еще BMW на порогах написано. Чуваки, машина бомба. Бомба, просто бомба. Это просто крутая. Тест-драйв, походу, будет долгий, потому что я в эту машину просто влюбился, чуваки. Просто влюбился.
Она мне нравится больше, чем Porsche, реально. Я бы себе ее купил на блатах, еще бы взять ее такую. Чуваки, у кого есть такая тачка на блатах, просто пишите мне. Просто пишите мне. Именно чистый блат. Пожалуйста, напишите мне, у кого есть эта машина, или кто может поставить на нее номера. Потому что я в эту тачку влюбился. Все, поехали на треке угонять. Кто не видел, как оптика работает, смотрите, она не сразу открывается, видите? Даже сначала открываются передние фары, потом загорается жопа, смотрите. Открываются передние фары и загорается жопа. Поняли прикол? Она под нитро, задний привод, чуваки, задний привод, если что, можно бачком дать, по-царски, прям по-царски можно бачком дать. Это вам не что-нибудь, но без нитро она не очень хорошо боком идет, честно говорю. Момент у нее хороший, но она боком не хочет идти без нитро особо. Не, если там разогнать ее, там в поворот зайти, например, вот такой поворот, то можно, в принципе, зайти спокойно. Она дрифтует, но подвесочка тоже низковатая. Низковатая подвесочка, но машина кайфовая, чуваки. Я просто ее обожаю. Я будете писать, ой, ты там ее обхваливаешь 100 раз, все пол видео, чуваки. Ну, блин, она достойна этого. Есть люк, кстати, люк есть. Блин, вот этот задний фонарик, как в тему он смотрится, просто машина шикарная. Давайте выйдем на трек. Так, тут нам... Стоп. Что, выехать нельзя на трек? Походу, трек закрыли, да? Трек закрыли. Ну, как так-то, блин? Мы должны же были заехать на трек. Сейчас, может быть, найдем где-то въезд, ну. Но... Я не понимаю, для чего это... Точно. Тут же гонки сделали, блин. Я забыл, чуваки, я забыл, сори. Походу мы не выгоним на трек. Ну ладно, мы так прокатимся. Сейчас поедем. Выйдем. Прокатимся на ней. Видите, подвесочка, конечно, вот это один минус. Вот один косяк, это не очень высокая подвеска. Но вы видите, какая она низкая, видите? Как у нее морда опущена. Поэтому для нее это нормально. Вот эти фонари. Вот эта морда красивая. Вот эти, блин, как шилики. Вот эти замочек, это до двери. Бак. Жопа красивая. Выхлоп, кстати, один работает, к сожалению. Да, вот это косячки. Два косяка. Это низкая подвеска. Низ он прорисован, как видите. Охрененная. Модель просто охрененная. Охрененная. Я не буду. Я не останусь это повторять, потому что машина реально крутая. Это самая качественная, крутая машина на сервере. Я не боюсь это сказать. Реально, самая крутая, качественная машина. Я бы ее хотел бы купить, но только на блат номерах. Я бы мог легко ее сейчас себе на основу кинуть. Но мне пока нечего. BMW мне нужна, Porsche мне нужен, Yamaha мне нужна. А здесь у нас вот такие вот тачки. X6 на блатах и крузак. Оффроуд на крузаке будет обязательно, чуваки. Просто обязательно будет оффроуд на крузаке. Но я пока нашел время найти... Время нашел, чтобы снять серию про эту BMW, потому что у меня нету времени даже на ней ездить. Но я как захожу на серию, я беру ее, я просто кайфую. От крузака я тоже кайфую, чуваки. Ну, вот крузак вы тоже любите. Вот скажите честно, да, нравится это вам эта машина, прикольная, да, интересная. Но вот где настоящая интересная машина. Вот она перед вами на экранах. Просто BMW 850i. Можете забейте в ютубе и посмотрите про нее видосы. Просто машина крутая. Там бородатая езда, зайдите, посмотрите. Он снимал эту тачку. Тачка реально крутая. Так, надо проехать, потому что, блин, вдруг у нас еще бортанет. Ах, насчет максималки. По-моему, она едет 130 или 130, по-моему, едет. Сейчас мы это проверим. Блин, семерочка тут бешеная по встречке ехала. Машина просто бомба. Я знаю, вы будете писать, я уже повторялся. Ой, сколько ее нахвалить можно, всю серию. Я вам показал основной, чуваки. Можете загуглить, реально посмотреть на эту тачку. Просто я в эту машину влюбился, реально, просто влюбился. В эту машину. Давайте, может, скриншотик сделаем. Ну, что-то у нее фары не особо хотят гореть. Но машина реально крутая. Сейчас разгон ее проверим. 130, по-моему, едет. Да, 130 километров, чуваки, но это нормально, 2 миллиона. Машина-легенда, вот это акула, чуваки, BMW-акула, вот вы реально, есть две BMW-акулы, по-моему, да, две есть. Есть такая более гражданская, это такая, блин, это просто лакшери, лакшери тех годов, чуваки. Машина очень-очень крутая.
Просто, ну посмотрите на этот дизайн. Вот, видите, акула, просто морда такая акуличья, блин. Хищница такая, хищница прям. Такая, просто конфетка, блин. Как же я хочу эту тачку просто. Ну, блин, я боюсь, что её заменят модпаки, поэтому... Ну, чё, кто может продать ее за адекватную цену на блат-номерах, пишите мне. Пишите мне просто. Я... Блин, не знаю, может это глупо будет звучать, но я готов крузак обменять на вот эту машину на блат-номерах. Реально, готов обменять крузак с блат-номерами на такую же, на эту машину, как вы видите сейчас на экранах, но тоже на блат-номерах. Только на хороших блат-номерах. Ну блин, эта машина крутая, эти диски, это просто шикарно. Эти зеркала большие. Тут нет ничего лишнего, просто нет ничего лишнего. Вообще ни капли лишнего, чуваки. Я знаю, может это не любит BMW, но... Тимоха тоже не любит BMW, в принципе, но я думаю, если бы он на ней проехался, дать ему на один день, он бы ее полюбил, я уверен. Вот 100% даю, что она бы ему понравилась, как машина. Она очень классное управление, она слушается хорошо руля, она не медленная, она не быстрая, она не валкая, она мягкая тоже в то же время. Машина крутая, достойная, я считаю, вот из 10 я бы ей дал десяточку. Хотя у нее есть 2 косячка, это подвеска и выхлоп. А так все, больше косяков нету. На ней можно валить боком на щебенке. Она, честно, она по управлению напоминает немного Porsche. Мой Porsche напоминает немного по управлению, потому что, хотя здесь задний привод, у меня полный на Porsche. Но что-то у них есть такое. Хотя, я не смогу вам это объяснить, потому что вы не ездили на Porsche некоторые, ни на этой BMW. Но я эту BMW, честно, не хочу продавать, но если вы напишите продавать ее... Я знаю другой проект, какой можно взять тоже. Если вы хотите покатушки на BMW, тоже ставьте лайки. Просто мы будем устраивать, может, покатушки с мусорами. Или просто вот такие покатушки разговорные. Чтобы просто BMW была в кадре. Вот реально, чуваки. Просто... Я думал о том, чтобы разыграть, но мне ее жалко. Я буду лучше деньги разыграть, чем ее. Хотя пишите в комментариях, если вы прям... Если соберется там 100 лайков, в принципе, или... комментарий какой-то наберет 100 лайков, в принципе, то я, может быть, ее и разыграю. Хотя, я буду разыгрывать 2 миллиона, в принципе, да.